Холода, как всегда, на Ставрополье пришли неожиданно. В ноябре водители, которые не успели переобуться, теперь в зоне риска. Для инспектора ДПС самая тяжелая пора. Почему? Потому что увеличится нагрузка при оформлении ДТП. Это связано с тем, что не каждый водитель добросовестно поменяет летние шины на зимние. Если водитель не поменял летние шины на зимние, за это законодательством штраф не предусмотрен. Но, однако, возможно, будет разбитый автомобиль и чьи-то покалеченные судьбы. Многие не знают, но у нас в стране сроки смены летней резины на зимние установлены законодательно. Так, все три зимних месяца на автомобиле должны быть установлены зимние шины. Соответственно, переобуваться нужно не позднее 1 декабря. Но лучше пользоваться здравым смыслом, а не регламентом. Так, например, сейчас день. Солнце уже растопило весь лед на дорогах, но еще утром на дорогах была изморозь. В этом и заключается коварство ставропольской погоды. Чтобы избежать неприятностей на дороге, лучше переобуваться, когда температура на улице снижается до 5-7 градусов. Впрочем, водители трезво оценивают риски. Бдительность водителей не всегда бывает на высшем уровне, поэтому все должны, конечно, своевременно за этим следить. В ближайшее время планирую переобуть в автомобиль. Это точно так же важно, как вот менять летние шорты на зимние штаны. По дороге ехали, не в лесу. Была дорога сухая, в лес заехали, там изморозь была. Кинула машину и разбили машину об дерево. Потому что летняя резина была? Потому что летняя резина была, да. Лучше заранее поменять надо. Но говорить – это одно, а делать – совершенно другое. Опыт сотрудников шиномонтажных мастерских говорит об обратном. Пока снег не пойдет, никто не приедет, как положено. И все. То есть обычно люди ждут до последнего? Да. Пока вот конкретно не будет дождя, снега с градом. Никто не приедет. А как думаете, почему люди так делают? Это же небезопасно. Ну, кажется, наверное, время у каждого свое. Однако смена резины много времени не занимает. На переобувку одной машины специалисты тратят от 30 до 40 минут. Если заранее сменить шины, то не придется стоять в огромных очередях. Так и делают добросовестные водители. Артур часто ездит в другие города и регионы и рисковать на трассе не желает. Свободно чувствую, все уже безопасно. Зимняя резина есть, все. Зимние шины отличаются от летних не только рисунком протектора, но и составом. Во время работы зимняя резина прогревается и потому не теряет эластичность и мягкость, что обеспечивает максимальное сцепление на зимней дороге и эффективно сокращает тормозной путь. А летняя резина, наоборот, на скорости остывает и буквально каменеет. А значит, удержать машину на ледяной трассе будет почти невозможно. Но время на переобувку у водителей еще есть. Сильного похолодания не будет. Минимальная температура, ну, -1, -2, и то вот только в ближайшую ночь. Снега тоже не ожидает, но шину лучше поменять. Также до потепления водителям стоит забыть про резкие перестроения из ряда в ряд и небольшие дистанции между автомобилями. Вместе с зимней резиной лучше перестроиться и на зимний стиль вождения. Ну а записались в шиномонтажку Екатерина Сегеда и Иван Шаталов. Ставропольское телевидение.